Здравствуйте, добрый вечер. Было пустой вагон метро, длинный тоннель, меня везет ночной экспресс, старый отель, и пусть меня никто часа ночи.
Сейчас будет детская песня. И детская она потому, что тема такова. Наверняка вы все были детьми и задавали много вопросов. Ну или, может быть, у вас есть дети, они будут задавать вопросы. Эти вопросы всегда очень искренние, всегда очень настоящие, очень честные. Например, почему трава зеленая? Это такой настоящий вопрос. Ведь мы взрослые совершенно не задумываемся, почему трава зеленая. А за этим скрывается что? За этим скрывается настоящая обыденность, привычка, черствость. И вот эта иллюзия, что мы знаем ответы на такие простые вопросы, нам кажется, что мы знаем. И я думаю, что эта вся иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, в тот самый момент, когда мы будем наполовину в другом мире. И тогда, как мне кажется, мы поймем все.
Почему звезды могут мерцать? Почему птицы могут летать, а мы не умеем и не сумеем? Почему реки знают свой путь и ветра знают? И не узнаем, но когда-нибудь мы все поймем, и вся наша жизнь одним лишь покажется днем, а окажется в нем сном. Почему снег облетает в конце октября, а мы недовольны? Почему солнце рано ушло? Почему детство быстро прошло? Мы остаемся, но пока остаемся. Когда-нибудь мы все поймем, и вся наша жизнь одним лишь покажется днем, а окажется в нем сном. Взрослые люди, такие в меру знающие, в меру. Нет. Но бывает так, что ты взрослый человек, ты знающий об этом мире, ну, практически все, смотришь научный фильм про космос. И тут ты себя ловишь на мысли, что ничего-то ты не знаешь. Ничего.
ничего не понимаешь. И все твои проблемы, которые 5 минут назад казались чем-то существенным, становятся просто пылинкой, песчинкой, просто атомом. И ты понимаешь весь масштаб происходящего с тобой на самом деле. И задумываешься о жизни. Не знаю, бывает у вас такое или нет. Вот у меня случилось так, и пришла песня. И если говорить точнее, это песня о том, что о звездах. Вот мы видим такое совершенно обычное явление — звездное небо. Но лично я не догадывалась о такой важной тайне. Вот тот свет, который от звезд идет до нас, на Землю, фактически до наших глаз. Мы все знаем, что скорость света огромна, но эти звезды находятся настолько далеко от нас, что свету, скорости света, точнее тому свету, лучу от звезды, потребовалось миллионы лет, чтобы дойти до нас так далеко. И все бы ничего, но на самом деле, пока этот свет шел до нас, и вот мы сейчас его видим, за эти миллионы лет звезда могла уже просто отжить свое и просто погаснуть. Возникает очень важный вывод. Мы видим фактически прошлое звезд. Это картина, которая предстает перед нами ночью. Это отпечаток прошлого, которое происходило тысячи, миллионы лет назад. И, может быть, все наше прошлое — это всего лишь некий след, отпечаток. Мы его ощущаем, мы его видим, мы его слышим, осознаем, но его уже нет. Thank you.
простая песня, а о любви, конечно. Песня, надо сказать, практически вот такая премьерная. Родилась вот пару недель назад. Встречайте наши аплодисменты. Oh,
Хорошо, хорошо. Я думаю, вы уходите. Все, все пропало, концерт закончен. Ну что, настало время еще одной достаточно замороченной песни. Готова? Не очень, да? Но придется рассказать тогда, да, чтобы она стала менее замороченной. В общем, песня про сны, про то, что мы... Ну, не знаю, как вы, но вот я, бывает, что очень живу так скучно, интересно. Все такое серое, однообразное. Приходится надевать желтые юбки, чтобы как-то раскрасить, понимаете? Ну, вот такое преследует чувство, что день переходит в другой день, и они ничем не отличаются. Но есть сны. И сны всегда очень яркие, очень насыщенные мечтами. И самое поразительное, что эти мечты могут быстро реализовываться в этих снах. Поэтому это очень интересно, спать так. И это, знаете, затягивает. Вот. Но я могу сделать вывод, что вот эти сны, такие насыщенные, такие реалистичные, они являются такой, знаете, для нас практикой. Практикой того, как нужно уметь в реальной жизни существовать. Точнее, не существовать, а жить наслаждаясь. То есть нужно просто делать то, что ты хочешь. Так вот, песня о том, что наши дни, они как бы перетекают один в другой, и день, и ночь сменяют друг друга, и все это какой-то такой клубок, который невозможно остановить. Но мы должны это сделать, потому что в этой остановке мы можем испытать любовь. Thank you.
Должна знать, где Генри Манчини. Вот так, вот один человек. Ну, в общем, может быть, вы даже не знаете автора, но вы знаете эту песню. Она называется «Мон Ривер». Женя начнет сейчас вступление, а я расскажу еще пару. Ну, вот мы все в какой-то степени джазовые музыканты. И мы любим, нельзя сказать, что мы вынуждены играть джазовые стандарты, очень любим. Поэтому возникает такое, такая дилемма. Вот хочется и свое поиграть, и джазовое поиграть. Но лично я убеждена в том, что мы в России должны стараться излагать свои мысли по-русски. Даже если мы знаем, и вы знаете английский. Ну, в общем, так пришла идея сделать перевод на песню. Thank you.
Yeah.
Еще одна авторская композиция. Знаете, вот так меня волнует вообще космическая тема. Сейчас будет рассказ про Луну. Это история, основана на реальных событиях. Как-то я бывала в деревне, настоящей, знаете, совершенно черной ночью. То есть ни одного источника света, кроме естественного. Вот я смотрю в окно ночью, и я вижу, что эта самая ночь имеет очень яркий, насыщенный цвет. И цвет этот синий. И я вижу лицо. Это полумесяц. Совершенно обычно мы наблюдаем это постоянно, луна обновляется. Но мы люди, я, смотря на этот полумесяц, понимаю, что я себя чувствую совершенно так же, непроявленной, проявленной наполовину, не полноценный, неполный, нереализованный. И в этом случае, я думаю, многие чувствуют подобные вещи, и в этом случае люди делятся на два таких класса. Одни ищут половинку. И, возможно, находят и чувствуют себя совершенно чем-то целым. Другие продолжают искать себя, могут потратить на это всю жизнь, могут не найти. И каждый выбирает для себя сам. Но я в этот момент, когда случилась эта песня, я говорю Луне, как своей половинке. Смелей поцелуй, склей твою половинку. Ночь не черная, а синяя, мягкая линия льется полумесяца на мою ногу стекла. Я смущена, смущена я смелее. Смелей поцелуй, склей мою половину лица склей. Смелей поцелуй, склей мою половинку лица с твоей, мою с твоей, мою с твоей. Thank you.
Все свои эмоции, все свои переживания выразить по-разному. Можно словесно, в звуках, музыкально, поэтически, можно визуально. И так вот эта идея в том, что одиночество бывает таким насыщенным, таким глубоким, что его можно выразить неким состоянием на границе между небо и водой. Оба бесконечны, оба холодные, синие, глубокие. Между небом и водой. Если коснешься меня рукой, увидишь синий, он подо мной ходит.
Птичьей головой я между небом и водой. Я благой, я между небом и водой, я между небом, небом и водой.
Спасибо огромное. Ну что, сыграем грустную песню. Мы должны быть хорошо повеселились на предыдущей песне. Сейчас время грустной песни. Песня о потере близких, о смерти фактически. Можно называть вещи своими именами. Песня о том, что мы все сталкиваемся рано или поздно с тем, что наши родные, близкие, любимые, дорогие, наглядные уходят из жизни. И мы просто оказываемся перед фактом, где-то спорим, где-то осуждаем, где-то жалеем, где-то ругаем себя. И фактически мы как-то принимаем это, да. Но если спуститься глубже туда, внутрь себя, то мы четко осознаем, что ничего не изменилось, что все по-прежнему, мы можем общаться, разговаривать, делиться, любить. Песня называется «Где-то внутри». Не мне говорить тебе, насколько бывает горько, если жизнь не уходит чья-то жизнь. Не мне рассуждать с тобой о смысле случайных мыслей, спорящих судьбу. Но где-то внутри все теплые дни, что вы были вместе, остаются на месте. И где-то внутри, где много любви, они, как и раньше, живут. Yeah.
начало этой песни. Да, ты понимаешь, о чем? Вообще играет со мной хорошо эта песня. Песня приятная. Yeah.
сказать? Давай-ка перейдем-ка к боссу. Он уже перешел. Знаешь, время идет. Часто мимо нас. Я знаю все наперед. Твои. Thank you.
Прощай!
большой-большой секрет. Громче получается хлопать у тех, кто держит руки выше. Поэтому приз достается девушке бежевым, персиковым. Давайте ее поздравим. И раз. Лондон был. Зомбировать своими стихами, понимаете? Ну, глобальный план. Ну, в общем, книга стоит только сегодня 500 рублей. Это почти меньше даже, чем себестоимость. Если хотите, то после концерта можете приобрести. А теперь у нас последняя песня авторского производства. «Солнце» называется. Видите, она получила книгу, только она хлопает. Please.
пришел сегодня на концерт, солнце, свети! Ты такой, знаете, такой, спасибо! Евгений Лебедев, клавиши, солнце, свети! Всем сотрудникам клуба, кто ухаживал за вами, помогал сделать этот вечер не только музыкальным, но еще и вкусным. Меня зовут Надя Ева. Спасибо, что вы были сегодня со мной, с нами. Приходите еще. Спасибо. Уже перед пультом за все свои неточности. В общем, приходите в следующий раз, он подготовится сыграть лучше.